Big Discounter Fridge. Это холодильник нового поколения, использующий уникальную технологию закрытия на ночь. Этот холодильник поможет вам вернуть былую форму всего за 3 недели и больше никогда не испытывать проблемы с лишним весом. Цель моей инновационной идеи – это сохранение привлекательности и трудоспособности индивидуумов. Обычно человек заедает все – горе, радость, неудачу и так далее. Контролировать свои потребности порой бывает очень сложно, а особенно ночью это сделать почти невозможно. Жар нападает на нас по ночам, когда организм устал и не может справляться. Вот здесь вам и поможет мой чудный холодильник, который не даст превратить ваш облик Аполлона в поросенка. Посмотрим небольшой видеосюжет. Списываются деньги с тех, кто не может совладать со своей пагубной привычкой есть по ночам. Итак, холодильник Cupcake Discounter Fridge подключается к смартфону. На смартфоне указывается промежуток времени, в который не следует открывать холодильник. Во-первых, это будет создавать дискомфорт для окружающих, что негативно скажется на моральном и физическом состоянии счастливого обладателя этой чудесной техники. А во-вторых, при открытии дверцы деньги со счета нашего счастливца начинают перетекать на ваши счета, дорогие мои. Стоит отметить, что управление с гаджетом реализовано Иридиум, российская компания, головной офис которой находится в Нижнем Тагиле и является резидентом Сколково. И, наконец, о цене. Цена на наше чудо-устройство в разы меньше, чем у зарубежных аналогов. Вследствие вышесказанного можно заключить, что особых затрат у инвесторов не будет. А прибыль, друзья, будет велика. Ведь справиться со своими ночными гастрономическими желаниями под силу не каждому. И денежки будут капать, 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 капать и капать, увеличивая ваш капитал. У меня все. Ребятушки, здравствуйте! Спасибо вам за возможность видеть ваши актерские работы, ваши актерские батлы, скажем так, видеоролики. Я получила большое удовольствие, посмеялся от души. Андрей, молодчина, много идей, прямо богатая фантазия. Мне кажется, у тебя все получилось. Мне понравилось музыкальное сопровождение, мне, в принципе, понравилось все. Единственный такой мой
совет, когда ты перевоплощаешься в какой-то образ, там, к примеру, бабы Зины, не закрывайся от камеры, не бойся показать ее отношение к холодильнику, ее страдания, когда она понимает, что уже прошло 2 часа, а он не открывается, и как она к этому не готова. Вот. Но это твоя фантазия должна быть. Вот. Чуть-чуть не хватило акцентов на то, как она оценивает то, что она хочет есть, а он закрыт. Либо она радуется, либо она расстраивается. Подумай об этом. Костя, молодчина, очень, очень радужно и эпатажно начал, с хорошим настроением. Вот, в принципе, так до конца додержал. Вот, тоже небольшой совет. Не бойся пауз, не проглатывай слова. Я думаю, что если ты чуть медленнее снизишь темп, будет еще более убедительно, потому что в твоем исполнении и в твоем настроении у тебя отлично получается убеждать. Вот. А так прекрасная идея с грозой в холодильнике. Мне бы такой холодильник дома. Вот, молодец, все получилось. Мне кажется, ролик Андрея несколько сложнее технически и, может быть, побольше идеи. Вот, Андрей, идешь дальше. Кость, не расстраивайся, все впереди.